Всем доброго времени суток. Я хочу вам представить свою лекцию «Экспресс-курс по химии». А что у нас главное в химии? Это же халат белый. Ни один химик не может обойтись без халата. Сейчас я одену халат, и лекция начнется. Ну что, начнем с вами. Посмотрите на этот слайд. Что вы видите? Вы видите на слайде слово «химия» — знак вопроса. Это почти синоним в нашей стране, потому что для многих химия — это непонятно, что-то невообразимое, что-то очень сложное, а это все оказывается, химия, все очень просто. Для многих вообще по жизни химия — это как стена, которую нельзя расшибить лбом. Все боятся ее, страшатся, не понимают, а это же все просто, элементарно и безболезненно для людей. Просто ее надо полюбить и понять. Я хочу вам это преподнести. Как вы думаете, что вы видите на этом слайде? Многие скажут, что видят какие-то буквы, точки, палочки и не понимают. А это всего лишь просто. Это формула этилового спирта, которая представлена как структурная единица, где палочки – это связи, кружочки – это атомы. И все просто. Посмотрите, атом – это же все просто. Его строение – это кружочки, атомы, плюсы и минусы. Здесь представлено на слайде 4 слайда. Водород, азот, углерод, кислород. Который видит. Это же все просто, элементарно. Что в водороде есть? Плюс и минус и кружочек, который двигается вокруг себя. Все. Что вы здесь можете сделать? Увидеть. Вы ее каждый день дома видите реакцию. И ничего в этом сложного нету. Просто полюбите. Вот, полюбите H2O и SO2. Какие они прекрасны, как выглядят. Видите, как можно и не боязненно их воспринимать. А тут что вы видите? Опять у вас возникла стена непонимания, что это такое, что за такие алканы, алкены, что за это за бочки, что это за цифры, за буквы, энки, плюсы, минусы, опять непонятно. А это всего, все знают в нашей стране, это всего лишь состав нефти. Нефть – это самое главное в России. Из нефти синтезируют много химических соединений. Я как слово «химических соединений» услышите синтез, у вас опять получается какое-то недоверие, какие-то проверки, какие-то недопонимания, что это искусственно создано. А это все просто. И не надо, надо доверять искусственно. То же самое, посмотрите на этом слайде. Что? У нас есть такой в организме человека молекула адреналина. Вот ее химический состав. И еще, смотрите, адреналин такой же, но это получено в лаборатории. Чем разница? В чем отличие? Вы не можете найти. И также не надо бояться чего-то искусственного. Посмотрите, это то же самое, как машины производить серийно, на конвейере. Так же и здесь. Почему-то машины не боятся, что они идут одинаково, а синтез боятся. А тут вы что видите? Наверное, видите кузнеца, рыцаря в доспехах. Вот кузнец олицетворяет химика нынешнего и всей жизни. Химик – это кузнец, который синтезирует вещества и материалы для людей, для промышленности, для экономики, для всего. Так же, как в свое время кузнец делал для рыцаря доспехи, которые его защищали. Так же и химия. Она стоит на страже, на защите рубежов людей. Вообще, кто был первый у нас химик на Земле первый? Это был Бог. Он нас синтезировал и прилюбил. Вообще химия – это первая наука, которая была получена. Сначала была химия, а уже потом физика. Посмотрите, как он синтезировал. Он не получил, он именно синтезировал нашу природу. И знание ее мы должны применять. Видите эти две картинки? Один директор не понимает, что происходит, другой понимает, потому что он знает химию. Его нельзя обмануть. Он и кричит на подчиненного, что его обманули, а этот не понимает. Ему надо платить налоги, еще что-то, и рухнет бизнес. А у этого процветет. И хочу я закончить словами. Не могу представить себе химика, незнакомого с высотами поэзии, с картинами живописи, с хорошей музыкой. Вряд ли он создаст что-либо значительное в своей области. Спасибо, до свидания, учите химию.